Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. На земельном участке, в поселке Старые Решеты, произвел незаконную рубку леса. Объемом 5,76 кубических метров, 62 штуки, осины 19,29 кубических метров, 67 штук породы береза, 4,42 кубических метров, 33 штуки ель, 6 метра, 1 штуку, прекратив их дальнейший рост, таким образом причинил ущерб 100 тысяч 20 рубль 7 копеек. Чем данное деяние попадает под пункт Б части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации к незаконной рубке. Действительный ущерб 100 тысяч 20 рубль 7 копеек возместили. Да, то есть возместили в полном объеме. Все правильно? Не возражаете по назначению вам меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа? Не возражаете. Суд постановил уголовное дело по Минскрин Владимир Ришатович в сравнении с преступлением пунктом Г части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации прекратить на основании статьи 25 прим. Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации с назначением меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа, освободив Скрин на основании статьи 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации от уголовной ответственности. Назначить Скрин Владимиру Ришатовичу меру уголовного правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей, установить срок оплаты судебного штрафа в течение 30 дней с дня вступления постановления в законную силу.